Приветствую, друзья и гости канала Серебро Мания. У нас сегодня огромный обзор, приехало много разнообразных монет. В каждой монете количество небольшое, потому что бюджет у нас тоже не резиновый, пришлось брать и выбирать какие-то серии. Чуть больше монет взял, какие-то чуть меньше, но на экране вы сейчас увидите количество монет и разнообразие. Монет много, все дилеры как сговорились, это приехало 3 заказа от разных дилеров, и все в течение нескольких дней. Я решил по одной монете не выкладывать, потому что это не имеет смысла. Приехало много монет, соответственно, я много сразу видео сделаю. Одно видео, в котором будут все эти монеты на экране. Прежде чем начать, напоминаю, у меня открылся телеграм-канал, и если доступ к YouTube-каналу перекроют, всегда можно будет меня найти на телеграм-канале. У нас есть теперь телеграм-канал Серебро Мания. Вполне себе активный канал. За несколько дней почти 200 человек уже на него подписалось. Что я рекомендую сделать и вам. Потому что на этом телеграм-канале вы сможете сразу и раньше других увидеть и новинки монет. И, соответственно, цены сразу там на канале я буду выкладывать. И это будет самое быстрое объявление по новинкам. И теперь начинаем обзор. Монет приехало много. Конечно, вам на экране сразу попалась самая большая крупная монета. Монета старая, можно сказать. Она не свежая, недавно выпущена, 2009 года. Но это шикарнейший, красивый лев от Республика Малави. 50 вача. В общем, вот такой вот красивый лев. Он двухунцовый. В единственном экземпляре, цена 9500 рублей. Я его взял специально, чтобы посмотреть. Хотел докупить, но к тому моменту они все закончились. Поэтому, если вас такая монета заинтересует, обращайтесь, но монета одна единственная. Я буду по одной монетке поднимать и показывать. Долгожданные инопланетяне приехали. Это очень классная монета, вторая в серии. Первые инопланетяне были в 2021 году. Эту выпустили датированно в 2022 году, но монета только сейчас появилась в продаже. На ней 2021 год, хотя чеканили ее в основном в 2023 году. Классный инопланетянин, я считаю, неплохой. Цены я говорить не буду, цены на все монеты вы сможете посмотреть внизу под этим видео, либо на телеграм-канале, который имеет тоже название Серебро Мания. Следующая монета, которую все ждали, это монета иконы инноваций Мария Кюри. Следующий известный деятель. 2 доллара 2023 года. Эту серию я рекомендую, могу сказать, что это моя любимая серия, поэтому очень рекомендую покупать именно и собирать эту серию. Она может быть длинной и очень интересной. Первые монеты уже поднялись в цене и прилично, но те, что сейчас выходят, еще цены имеют вполне себе разумные, поэтому, если надо, обращайтесь. Я эту серию всю собираю, и, соответственно, таких монет беру много, потому что мне кажется, что эта серия очень перспективная. Следующая монета, которая у нас будет на экране, это тигренок корейский 1 унция. Очень классная серия, я не собираю раунды корейские тем более, но этот тигренок как-то мне сразу запал, очень понравился, я решил взять на пробу несколько штук. Вот так он красиво смотрится, смотрите сами, кого интересует, подумайте, хотите ли вы себе такую монетку купить или нет. Следующий раунд тоже из Кореи у нас. Это монета Тигрис. Очень классный, красивый на ней изображен воин. От Кореи. С обратной стороны вот эти ворота, которые отгоняют злых духов. Всегда можно поставить рядом с компьютером, и будет эта монетка отгонять у вас злых духов. Вот такой вот воин. Эти раунды я взял по несколько штук, поэтому если вас интересует, пишите быстрее, потому что вполне возможно, что их быстро разберут. Следующее это лист.
Лист лежит у меня уже давно, наверное, недели 2-3, но я никак не могу его выложить и никак руки не доходят. Монет немного, я уверен, что я их продам, поэтому я не тороплюсь их выкладывать. Я имею в виду именно вот эти листы. От Германия Минт. Все монеты, что мы смотрим, в основном одноунцовые. Первый лев был двухунцовый и 2 унции, который от Малави. А эта монетка 1 унция. Тоже монета раунд, можно сказать. От Герман Минт. 5 марок. 2023 года. Переходим к следующей монете. Смотрите, какой у нас тигр. Мы его уже обозревали, кажется. Но, по крайней мере, в продаже он у меня уже был. Классный тигр. 4 времени года. Самоа, 2023 год. Я так понимаю, раз 4 времени года, значит 4 будет животных. Очень классная, качественная монета. Тигр шикарный. Мне очень понравилось. Очень рекомендую к покупке. Следующая монета — чешский лев. В этом году в таком вот исполнении, в 2023 году. В этом году почему-то цена на них больше закупочная везде. Видимо, либо удорожает производство монет для них, либо просто налоги повышают в Чехии, и, соответственно, монеты становятся дороже. Примерно на 10% закупочная цена на такого льва поднялась по сравнению с прошлым годом. Следующий тигр у нас камбоджийский. Тигр из Камбоджи, шикарная монета, красивая, 3000 реалов 2023 года. С обратной стороны, я так понимаю, либо герб Камбоджи, либо какое-то известное здание Камбоджи. Еще раз посмотрите на тигра. Мне кажется, он шикарен. Кого интересует, обращайтесь. Следующая монета, я не брал в начале, когда они вышли, и пожалел. Потом, когда я увидел, качество монеты отличное, сама идея хорошая, Нио 22 года. И вот такая вот акула вместе с крокодилом. Смотрится отлично. Монета понравилась, докупил немножко на продажу, тем более постоянные покупатели часто спрашивали. По качеству и исполнению я монету рекомендую, очень она неплохая. Следующая монета называется почему-то зеленая обезьяна. Не знаю, почему она зеленая, но обезьянка красивая. Карибское серебро серия. У нас зеленая обезьяна на экране. Мне кажется, монета классная. От страны Барбадос. 1 унция серебра 999 пробы. Вот такая вот обезьянка. Карибская. От страны Барбадос. Давайте перейдем к следующей монете. Следующая монета. Странная серия начинается, но мне показалось неплохой. Неплохой, я, наверное, буду ее рекомендовать. Это Бэтмен от Самоа 23 года. 5 долларов Самоа 2023 год. Унция серебра 999 пробы, все как у стандартных инвестиционно-коллекционных монет. Вот такой у нас Бэтмен. Я так понимаю, в России пока никто такую монету не выкладывал. У меня тоже таких монет немного, поэтому если вас интересует, тоже обратитесь, и я вам предложу. Переходим к следующей монете. Монета называется «Доисторическая жизнь». Это уже там 7-я, 8-я или 9-я монета в серии. Вот такой вот у нас крокодил и змея доисторический 2023 года. Я серию эту рекомендую. Она интересная. От Конго 20 франков 2023 года. Серебро 999 пробы 1 унция. По-моему, монета неплохая, и я ее рекомендую к покупке. Переходим вот к таким вот
лисом. Таких лис я купил много, и я сейчас расскажу почему. Вначале я не оценил саму монету. Мне показалась она неинтересной, и я ошибался. Когда приехал тестовый вариант, было уже поздно, и цены на эти монеты сильно подскочили. И я долго, получается, что ждал, пока цена на них появится хотя бы где-нибудь распродажа, либо невысокая цена. И я дождался. Это само 2023 года, и таких лис я взял много. Этих лис я взял много, но вы сейчас на экране их все видите. Шикарная монета. Я предполагаю, что, судя по оболочке, чеканенная на шанхайском монетном дворе. Очень классная, красивая, интересная монета. Более того, говорят, будет серия просто огонь, поэтому я их рекомендую. Более того, я продам сейчас всего несколько штук, остальное отложу для роста. Потому что монеты для меня как акции. То есть, купив сейчас, я часть монет откладываю и жду, пока цены поднимутся. И когда цены поднимаются, я продаю дороже. На некоторых монетах выигрываем, на некоторых не выигрываем или выигрываем немного. Но в любом случае, инвестиции в серебро я рекомендую. Это всегда в любом случае выгодные инвестиции. Особенно если вы берете на старте в момент выпуска и не очень дорого. И теперь у нас остались последние монеты из нашего набора. Это большая пятерка от UR. Смотрите, какая красивая у нас кошечка, леопард или пантера. Смотрите, как она смотрится шикарно. Само исполнение монет отличное, но производитель, конечно, эту серию ломит цены прям жутко. И даже дилерам приходится покупать ее очень дорого. Что уже говорить про простых покупателей. Дорогая серия, но, как я думаю, перспективная, потому что спрос на нее высокий, покупателей много, и, соответственно, я не сомневаюсь, что тираж 20 тысяч штук раскупят быстро. Очень рекомендую к покупке, но, в общем, вы смотрите сами, монета дорогая, не дешевая, и, соответственно, каждый решает сам, потянет он всю серию или нет. Монет будет 5 штук, цена от 8 тысяч рублей за монету и выше, скорее всего, дешевле, маловероятно, что они появятся. Поэтому, соответственно, считайте сами, 5 монет, это 40 тысяч рублей надо приготовить. И это минимум. Поэтому думайте, решайте, но монеты сами по себе шикарные. Еще монета из этой серии приехала 2022 года, носорог. Тоже неплохо смотрится, тоже красивая монета. Вообще серия, конечно, зачетная, качество хорошее. И я понимаю, почему производитель поднимает цены. Спрос на эти монеты высокий, соответственно, почему бы не заработать. Качество самих монет идеальное, тем более они идут в блистерах. Вот с такой вот красивой демонстрационной картонкой. Защелкивается сюда монета. В общем, сами монеты шикарные, просто огонь. Ну, это вы сами сейчас видите на экране. А более того, у кого есть первая серия, все помнят, как цены на них стали расти и какие они стали дорогие через какое-то время. В общем, я серию рекомендую. У меня монет немного. Если вас заинтересовало что-то, обращайтесь. Сделал еще одно объявление. Давно уже не попадалось откровенного брака, но в данном случае вот эта монета у нас добродетели королевы. Это у нас серия добродетели королевы, вторая монета в серии. Посмотрите, пожалуйста, на нижний край монеты и то же самое на верхнем краю монеты. Она царапана или бита в тубе и пришло от дилера вот в таком ужасном качестве. К сожалению, такое иногда попадается. Я давно таких не встречал монет, но вот вы можете еще раз посмотреть нижний край монеты, какой царапанный, и верхний край монеты царапанный. Само поле, сама монета вроде бы ничего, хорошая монета. Но, соответственно, такую монету продавать по полной цене не имеет никакого смысла. И это будет неправильно. Раньше у меня было несколько человек, которые покупали дисконтные монеты вот с таким небольшим дефектом или с большим дефектом. В общем,
решайте сами. Такую монету отдельно я не продаю. Но если вы купите любую другую монету, к ней я эту монету смогу продать за 2500 рублей. Если вас интересует, значит, можно. Таких монет дисконтных всего две. Две монеты заказал, и две монеты, к сожалению, вот с такими дефектами приехали. Производителя за это спрашивать не имеет никакого смысла, и дилера тоже, потому что дилеры мне уже особенно крупные отвечают: не ходите, не покупайте. И, в общем, выхода по большому счету нет, и потом каждый продавец сам решает, что с такими монетами делать, кто сует покупателям. Я же предлагаю с дисконтом достаточно крупным, близко к цене металла, любому покупателю такие монеты иногда. В общем, те пару человек, которые такие монеты у меня покупали, я к ним обращаюсь. Если вас интересует, обратитесь, и я вам эту монету к вашему комплекту или к вашей покупке любой другой монеты смогу добавить за 2500 рублей. Две таких монеты есть, состояние примерно одинаковое, царапанный низ и царапанный верх, именно не поле монеты, а ободок, который по кругу. Я надеюсь, обзор вам понравился. Это был обзор новинок за март 2023 года от Telegram и YouTube канала Серебро Мания. Надеюсь, вы на эти каналы подписаны. Если нет, я рекомендую на них подписаться. Это видео выставлено автоматически, я сейчас в Египте и буду на связи, и возможность купить эти монеты, которые вы видите, уже будет только после 20 марта. Всем спасибо за просмотр и до встречи.